Здравствуйте, с вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Telegram, Facebook и ВКонтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас, и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Все, что мы делаем, имеет значение. Все плохое обязательно возвращается. Но для каждого знака зодиака этот принцип работает в разных областях жизни ввиду различных интересов и взглядов на жизнь. У каждого знака зодиака свои пороки и слабости, которые заставляют проверять и убеждаться в стопроцентной работе принципа бумеранга снова и снова. Большинство людей встает на одни и те же грабли постоянно. И этого, к сожалению, нельзя изменить. Такова наша природа. Овнам бумерангом возвращаются их слова, за которыми они редко следят. С одной стороны, это хорошо, что они такие честные, но с другой, это разрушительно для них. Бывает так, что нужна помощь коллеге, а он напоминает Овну его обиду. О помощи Овны просят редко, но в жизни бывает всякое. Тут-то их бумерангом по голове и шлепает. Тельцы слишком высокого мнения о себе, поэтому судьба возвращает им их самолюбие в форме любовных неудач. Почти все тельцы думают, что идеальны, поэтому часто творят беспредел в отношениях, и это крайне негативно сказывается на их личной жизни. Близнецы не ценят того, что для них делают другие, поэтому часто остаются в одиночестве. Их легкомыслие и полный пофигизм к тем, кто спасает им жизнь, любит их и ухаживает за ними – вот что постоянно летит к ним бумерангом, забирая друзей и любимых людей, а с ними и удачу. Проклятие раков, которое никогда их не отпускает – это манипуляции. Они любят, когда все под их контролем. Поэтому звезды делают зачастую так, что в их жизни происходит хаос, который уничтожает их хорошее настроение и забирает нервы. Львы думают только о себе и о своей семье, наплевательски относясь ко всем вокруг. Для них мир крутится по особой орбите, центром которой являются они сами. Когда это касается близких людей, они уходят от львов. Друзей у льва мало. Одни притворщики и лицемеры – это эгоистичный знак, который окружен такими же людьми, как и он сам. Дева постоянно сомневается во всем и постоянно думает о плохом. Такого Вселенная не прощает ни одному знаку зодиака, лишая его удачи. Беспричинный негатив возвращает по принципу бумеранга вполне причинные неудачи в любви, делах и финансах. Весы слишком беспечны, поэтому в их жизни всегда много трудностей. Они редко ходят к врачу, не следят за тем, сколько тратят, неправильно питаются, а потом удивляются, почему у них мало денег и плохое самочувствие. Скорпионы любят интриги, манипуляции и легко перестают общаться с людьми, которым нравится. Именно поэтому у них за спиной часто сплетничают. Именно поэтому звезды и Вселенная окружают их проблемами, лишая способности определять хороших и плохих людей. Стрельцы чересчур бестактные и свободолюбивые. Создается впечатление, что они думают только о себе. Они обожают, когда их называют победителями, поэтому готовы пойти на все ради первого места. Принцип бумеранга для них оборачивается постоянными мелкими и назойливыми проблемами. Козероги любят разыгрывать из себя королей мира. Они чрезмерно серьезны, поэтому это возвращается к ним бумерангом в виде курьезных неприятных ситуаций, из-за которых над ними все смеются. Это бывает редко, но метко. Водолеи мнят себя героями, которым суждено спасти мир от бед и катаклизмов. Они пытаются привнести в мир свои мысли, навязать их другим людям и сделать это истиной, за что судьба их сурово наказывает семейными проблемами и нежданными проблемами. Их часто бросают даже лучшие друзья.
С рыбами все предельно просто. Они мечтатели, которые живут лишь мыслями о прекрасном. Им не хватает серьезности, поэтому наказывают себя сами, ведь мало кто воспринимает их всерьез. Самые вредные знаки зодиака обычно испытывают наибольшие проблемы. Чем больше мы показываем свой характер, тем чаще получаем пощечину от судьбы. Многим людям этого просто не понять, а другим просто не хочется понимать. Суть человека такова, что он всегда гнет свою линию и не изменяет принципам, заложенным родителями и Вселенной. Но так или иначе, жизнь без трудностей – не жизнь. Удачи вам! Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на канал и на наши соцсети – Telegram, Facebook и ВКонтакте. Каждый день мы публикуем гороскопы и интересные факты. Ссылки в описании. С вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!